Пойдем. О, похоже, вы нашли достаточное эхо. И не погибли? Потрясающе. Синдри, как ты делаешь вещи из тумана? Ты не поверишь, но раньше гномы создавали из тумана настоящие чудеса. Ищи и дальше эхо тумана. Оно мне очень пригодится. Слабее. Приятно. Это те доспехи? Вид у них не очень. Можешь их надеть? Нет. Она мала мне и слишком древняя. Отнесем ее гному. Делаем.
куда же?
мамы здесь нет. Это то, о чем я думаю? Никчемная броня? Никчемные? Ха, маловер. Эти доспехи носил сам Ивальди. Да, они знавали лучшие времена. Но с помощью эха тумана я их восстановлю. И тогда они будут защищать от проклятия Ивальди. Если в мастерской нет больше ничего ценного, нет смысла здесь оставаться. Ты видел сундуки в центральной комнате? И в глубине тоже полно добра. А еще там три разрыва мира, конечно. Но с ними лучше поосторожнее. Почему? Это же настоящие разрывы в ткани реальности. Хочешь засунуть в них руку? Валяй! Кое-что тебе может не понравиться. Жаль, мамы здесь нет. Что мы тут делаем? Мой тебе совет. Это почти то же самое, что и толстая кожа.
Пойдем. Еще Валькирия. В Нифльхейме? Ну надо же.